Далеко не всегда стоит фокусироваться только на столицах. Курортная недвижимость тоже в цене. Еще лучше, когда и то, и другое где-то рядом. Курорт на побережье Каспийского моря в Азербайджане может дать до 14% годовых от аренды, плюс капитализация недвижимости. Срок окупаемости инвестиций составит около 5 лет, сказал Эмин Агаларов, президент Агаларов Девелопмент, владелец курортного города Sea Breeze Resort. Я, наверное, больше могу выступить как эксперт по недвижимости непосредственно в Сибризе. Это такой новый город, который строится в 30 километрах от центра. Город-резорт. И вот статистика, допустим, текущего года, мы продали 1500 квартир на территории со средним метражом 86 квадратных метров. Чем больше становится инфраструктура, тем больше мы видим средств людей, которые живут здесь круглый год. Сейчас это 30%. Я думаю, что к следующему году это будет порядка 40%. Другая часть, сегмент, который это наши резиденты, которые уже имеют здесь недвижимость и живут, неважно, круглый год или переезжают в город в зимний период, но они уже стали нашими инвесторами, потому что они понимают и видят рост цен. Это порядка от 20 до 30% годовых.